Вместо двора – помойка. Уже несколько лет жители одного из домов Волжского вынуждены терпеть неудобства от соседства с площадкой для мусора, которая превратилась в настоящую свалку. На просьбу людей перенести ее в другое место управляющая компания не реагирует, и волжане обратились за помощью в городскую думу. Тысячеквартирный дом, расположенный в самом центре Волжского, можно назвать одной из достопримечательностей города. Под боком у жильцов магазины, аптеки, банки, остановки транспорта. Но это с фасада. А во дворе огромное количество припаркованного транспорта, мешающего и пешеходам, и машинам скорой помощи, отсутствие игровых площадок для детей. Да и вообще двора, по словам жителей, здесь практически нет. А два года назад к этим проблемам добавилась еще одна. Около дома появилась площадка для крупногабаритного мусора. Это еще мало мусора. Обычно там все сверху вот так вот. А ведь мы вот живем... Посмотрите, у нас прямо под окнами вся эта мусорка. Ведь это вонь какая. А летом мы как страдаем. Нужно отметить, что хоть площадка и имеет особый статус, складируются здесь отнюдь не крупногабаритные отходы, а самые, что ни на есть, пищевые. По словам жителей, их сюда выбрасывают все, кому не лень. Два года уставшие от грязи и вони жители писали во всевозможные инстанции, но безрезультатно. Помочь собственникам квартир вызвался депутат Волжской городской думы Олег Оперский, который возглавляет комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству. Мы предоставим решение, коллективное решение собственников данного дома с требованием устранить мусорку вблизи их подъезда в адрес управляющей компании. Будем в установленное сроком время ждать от них ответ. Жители надеются, что выход будет найден, ведь сама площадка предназначена здесь в первую очередь для них. Есть возможность по согласованию с управляющей компанией перенести ее на свободную территорию квартала.